Доброе утро, девочки. Ну, что-то опять вы там начали у меня, девчонки. Ну, я не знаю. Борщ мой не нравится. А всем нравится. Едят только за щеками. Пощелкивает. Ну, все, девочки, я поняла. Все, я поняла вас. Я поняла, девочки. Я поняла. Вы хотите только так, чтобы как вы и больше никак. Ладно, хорошо, девчонки. Придется мне соляночку вам сварить. Уж тут вы точно, девочки, не ожидали. Здесь я вам точно устрою сюрприз. Рульки не будет. В этом году будет утка. Вот. У Самойла в том году была утка. У меня в этом году будет утка. Вообще, девочки, мы повара от Бога. Самойл номер один. Я номер два. Номер три... Не знаю, пока не увидела еще, девочки, номер три. В ТикТоке увидела. В ТикТоке там поваров. Девчонки, регистрируйтесь в ТикТоке, вам понравится. Обалденные орешки. Много сгущенки и хрустящие. Девочки, я побежала. Встала пораньше. Нужно привести голову в порядок. Нужно покраситься. Нужно подстричься. Видите, как обросло все. Я тебя. Девочки, авторадио. Заходите на YouTube-канал авторадио. Там Сергей Пенкин был в прямом эфире. Боже мой, как он поет, девочки. Как он поет. Прослушайте все песни, девчонки. Прослушайте все песни. Живой звук. Это вам не какая там АСУ. Девочки, ну это нечто. Это нечто. Это все. Это взрыв эмоций. Это бальзам на душу, девочки. Сергей Пенкин, это бальзам на душу, девочки. Это нечто. С утра сегодня слушаю его. Девочки, тороплюсь. И болтать с вами надо, и тороплюсь, девчонки. Ой. У него гранитный камушек в рубы. В груди. Так, Сергей Пенкин. Боже мой. Авторадио. Авторадио. Находим авторадио. Ой, в эфире. Они в эфире с утра. Ой. Я вас любил. Сердце. Сердце на осколки. О, это вообще девчонки. Что-то у меня на кухне грузит здесь плохо. Мне этот телефон, по-моему, выбросить надо уже. Сегодня пылесос замотался и уронил его. У меня на зарядке стоял. Ну что такое? Ну что? Ну дайте послушать. Реклама. На Вайберис. Бластер Ньонс Дисраптор с шестизарядным барабаном. Малышка-обезьянка Фуриал. Кукла-малышка. Да что, девочки, не надо. Я готовлю. Супер. У меня одни ребра. Чего стоят? Тушеные ребра. Мужики все просто в ауте. От моих ребрышек тушеных. Девочки, что-то у меня грузится плохо. А в чем дело? А в чем дело? Неужели я не услышу на дорожку? Не подводи меня. У меня еще 10 минут есть. 5 минут на выход и 5 минут дойти. Сейчас пошло.
Целую, да за любви. Цена осколки. Это музыка, девочки, это вечная музыка. Это вечная музыка, девочки. Обожаю его. Я думаю, ладно, покажу. Я же сегодня опять согрешила, девчонки. Заехала в свою любимую Магнолию. Но только там я могу вот такие вещи, девочки, покупать. Нет таких вещей больше нигде. Вот резинки, джинсы. Все, девчонки, как на меня. Побольше размеры есть, кому надо. Трикотажные брюки есть. Вот с такими вставками. Но обалденные, девочки, вот мягкие, легкие, сели. Это Ира из, это привезла из своей Италии. Все, на резинке, не надо никаких замков здесь. Прямо идеально сели резиночки. Ну что, нехорошо, что ли? Хорошо, девочки, хорошо. Смотрите, какая прелесть. Обалденные, обалденные джинсы. Хоть с курткой, тем более тепло в Краснодаре, плюс 15, хоть с курткой. Хоть с чем, хоть с кардиганчиком. Одел и побежал. Все, идеально. Идеально, девочки. Сейчас покажу еще рубашку. Девочки, ну белые рубашки, все, вы знаете, это моя слабость. И они мне как бы идут. И я никогда не прохожу мимо белых рубашек. Потому что подобрать на меня что-то очень сложно. А здесь такой размер, что прямо элегантно сразу села. Все. Так, хочу показать, девочки, сзади. Сзади вот так выстрочено все. И по низу рубашки. Сегодня рыбка была. Тушеная капуста с кабачками и пюрешечка. Левочка уже покушал, сидит. Чай пьет, болтаем. Мам, так что тебе на Новый год подарить? Как что? Миллион. Я могу как обычно. Какой миллион? Что, с ума сошла? Я тебе могу как это, как обычно. Ну, любовь, заботу и ласки, либо интро на канал сделать. Любовь, заботу и ласку. Или интро, выбирай. Лучше любовь, заботу и ласку. Короче, в Адидасе лазил. Так, я не поняла, при чем здесь Адидаса? Сейчас идут зимние распродажи. Тебе что, какая разница? Что мне, что тебе подарок? Все в дом. Какая разница, если все в дом? Ужас. Ты, в принципе, можешь мои кроссовки донашивать, какая разница? Но они, правда, тебе на два размера больше, но ничего страшного, нормально. Капец. Ну. Так, помою посуду, что-то... Я вообще, девочки, не пользуюсь посудомойкой. Она хоть и маленькая у нас, на 6 персон, вот ее идеально бы, да? Но я ей не пользуюсь. Мне легче руками помыть. Почему, так не знаю. Вот, вот мясные очень хорошие ребрышки мясные, говяжьи. Я сейчас их в жаровне обжарю. Все, рыбу убираю, тогда рыбу жарить не буду, мне некогда. И поставлю тушить их подольше, подольше. И потом соус сделаю. И все, у меня пюре осталось. Пюрешка есть. Капусточка есть тушеная. Все. И ребрышки, да и хоть с чем. Хоть с картошечкой. Просто с картошкой. Хоть с кашей любой, обалденные будут. В общем, покажу, девочки, вам. Так, девочки, берем полюбившуюся мне жаровню. Нагреваем ее. Все, на девяточку. Масло берем подсолнечное, сливочное. Немножко подсолнечного, немножко сливочного. Воду выключаем. Почему у вас вода льется все время? Так, девочки, ребрышки помоем. В это время в казане разогревается масло подсолнечное и сливочное в равных частях. Но я много не лью, знаете, чтобы там некоторые пишут, чтобы мясо скрывалось. Я вообще, девочки, по кулинарным каналам не лажу, если честно. У меня я готовлю так, как готовили мама, бабушка моя. Вот. И мне кажется, в каждой семье так же. Мы же никто в кулинарных училищах не учились.
А если кто учился, те работают по профессии. Но знаете, сейчас слишком много везде самоучек всяких, что иногда смотришь и диву даешься. Неужели так в кулинарном училище преподают? Это просто смех какой-то. Поэтому не знаю я, какие курсы многие кулинары заканчивали. Вот. Но вкусно готовить, это тоже надо уметь. Я вкусно, девочки, готовлю. У меня всегда все отъедают ум. Просят добавку. Вот. Просят повторить на бис. Поэтому не надо, девочки, ля-ля. Вот. Мои борщи, мои супы обалденные, мои мясные блюда, девочки, это нечто. Вот. Даже салатик-пердюшник. И то шикардосик. Просто, девочки, шикардосик. Девочки, я помыла ребрышки. Сейчас я их посолю. Все. Посолю, поперчу и обжарю. Так. Перчим, солим. Так, горошек. Перец черный горошком берем. И чесночный перец. Чесночный перец. Черный чеснок, девочки. Я уже почти съела. Вот такой чесночный перец. Перец чесноком. Хорошо, не жалеем. Чьи фирма вот это вот нормальная? Все это перемешиваем. Еще посолить немножко. Мясистые, хорошие такие вот. Видите, ребрышки. Мясистые, хорошие ребра. Нам надо, чтобы они от костей прямо отставали. Поэтому мы их будем тушить часа 2,5-3. Как раз к тому времени я уже соберусь уходить. Сегодня у меня важное мероприятие, девочки. Все, плита разогрелась. Жаровня разогрелась. Все. Заранее ничего замачивать не надо. Надо, чтобы это ни в каком уксусе, ни в чем. Надо, чтобы мясом пахло все. Чтобы мясо пахло мясом. Мясом пахло. Чтобы мясо мясом. И отправляем. На самом большом нагреве. Обжарим. А потом уже будем заливать. Все, крышкой закрываем. Все. Этим временем лук нарежем сейчас, девочки. Нарежем лук. Вот мне надо, знаете, чтобы вы повыше вот так стояли, но чтобы шкафа не было, чтобы лицо мое было видно. Вот самая главная проблема всех, кто на YouTube снимает, это как выставить камеру. Как выставить ракурс, видите? Вроде и не хватает, а чуть выше поднимаю бы, хорошо. Но у меня шкаф здесь, девочки. И вот как вот? Ну, я не знаю, девчонки, как. Ну, я не знаю, как. Вот так. Вот так, вот так. Вот так. Все. Режем лук. Лук, девочки, режем просто полукольцами. Потому что будет долго тушиться. И лук весь превратится в месиво. В луковое месиво, девочки, превратится все.
подливку будем делать из зажарки. Мука, томатная паста, ну и специи. Но самое главное здесь, что вы заметили, что, девочки, я все везде готовлю на подсолнечное масло плюс сливочное. Вот чтобы вкус был. Вот понимаете, бывает, что вроде красиво, красиво, все, глаз радует. Скушаешь, но в желудке пустота, девчонки, вот пустота. Вот этим страдают сейчас наши рестораны, кафе. А бывает, покушаешь, да, и вот во рту послевкусие остается. Вот насыщенность вот эта вот послевкусие. И тебе еще хочется попробовать, и тебе еще хочется скушать. Не пустая еда. Вот она вроде красивая, но она пустая. А вот есть не пустая еда. Вот я люблю. Вот с моего борща, девочки, послевкусие остается. Вот понимаете, он кисленький. Кислый, насыщенный, послевкусие. Вы там начали мне писать, красный перец добавляете. Девчонки, да все добавляют то, что считают нужным. Я вот красный перец не люблю в борще. Не люблю. А кто-то без него не может. Везде готовят по-разному. Ой, ну что, и голубцы-то я не так делаю. Да все не так. Девчонки, да хватит вам уже. Все так. Все чики-пуки. Все... Шишли-мышли. Так, вот лавровый лист не буду добавлять. Потому что я не переношу запаха лаврового листа. Просто не переношу. Убейте меня. Зарежьте. Не люблю я запаха лаврового листа. Все, значит, сейчас мясо будет жариться. С одной стороны, со второй стороны. Как только переверну я два раза... То есть одна сторона обжарилась, я перевернула на вторую, вторая сторона обжарилась. А я выкладываю мясной стороной сначала, девочки. А потом на ребрышках остается балунька такая, просто вот этой стороной. Когда все поджарится немножечко, тогда только засыпаю луком, а не все сразу. Что мне делать с этой треской? Сегодня что-то все летит. Треску оставлю на завтра тогда. Завтра пожарю трески. Не знаю, Лёве сегодня пожарила рыбки. Ну, девочки, ну вот филе ни одной косточки. Где он находит кости в рыбе, я не знаю. Хоть какое филе, дай ему хоть какое филе. Он всегда находит какую-то косточку. Всегда. Начинает ругаться. Нафиг мне эта рыба нужна. Так, этим временем, девочки, пока у меня тут все жарится, я начинаю работу. Я, девочки, от вас отключаюсь. Вот. И у меня начинается работа в социальных сетях. Инстаграм, ТикТок. Все, что в Инстаграм... Девочки, кто в Инстаграме не зарегистрирован, вот, на Фейсбуке можете смотреть. У меня на Фейсбуке все дублируется. На Фейсбук. Вот. Мне многие там кричат, вы уже надоели. Везде в рекомендациях только одна ваша семья. Девочки, ну я что, виновата, что ли? Это не от меня зависит, что рекомендуют только мою семью. Такие интересные, как будто я сама себя, знаете, туда толкаю и все. Ой, ну что, девочки, как серьги мои? Сегодня одену вот эти серьги, надену сережечки вот эти, подстриглась немножко покороче сделала, потому что формочка, височки красивые, все нормально, все хорошо. Девочки, всю одну сторону пожарили, переворачиваем и будем засыпать луком. Целую большую луковицу. У меня всегда чисто, девчонки, потому что я стелю полотенчики. У меня всегда, вот не на столешницу, на голову я никогда ничего не кладу. Поэтому вот всегда все чисто. Высыпаем весь лук. Все, лук сейчас даст свой сок. И делаем заправку для соуса.
Так, для заправки берем томатную пасту. Ложечки 2-3. Ну, 3 вот такие десертных ложки. Перец горошком. Лавровый лист, девочки, кто любит, обязательно. Я лавровый лист не люблю. У меня какой-то бзик. Я запах даже не перевариваю. Прямо хорошо. Горошинок. 15-20 можете спокойно. Спокойненько. Так, моя любимая приправа. Кавказская. Тоже. Так. Сухой ложечкой надо. Ну, ложечки 2 давайте. 2 ложечки. Все это заливаем из чайника теплой водой. И заливаем ребра. Все мешаем. Так, чтобы мука не комковалась, нам же надо густое его сделать. Мы просто в сами ребра бросаем 2 небольших ложечки муки. Две чайных ложки, девочки. Просто вот так. Смотрите. Девочки, это делаю так я. Не знаю, кто как делает, я так делаю. Все, вот так вот прямо. Раз. Прямо на лук. Все, сейчас будем мешать. И заливать. И все. Я люблю. Цигель-цигель. Вот такой аромат стоит уже по квартире. Жареного мяса. Я ходила... Михалычу за соусом, за томатной пастой. Зашла и прямо с коридора, девочки, уже с коридора прям вкуснятинка. Пахнет вкусно очень. Ну, сейчас переворачиваем. Все. И вам удобно будет на полотенчиках. Все, переворачиваем. Все, лук уйдет весь вниз. Лук уже стал мягким. Вместе с мукой. Можно в духовке, девочки, вот эти вот жаровни классные, что можно прямо с крышкой в духовку поставить. Но мне неохота духовку включать. Я просто на плите. И все, девочки, и заливаем вот этой смесью, заливаем. Не надо, чтобы они в воде плавали, ребра. Сейчас покажу, девочки, как должно быть. И все, и ставим. Сердце на ладошке. Смотрите, какая прелесть. Все. Убавляем нагрев. И потом немножко будем добавлять воду. Все, пусть они тушатся. Будет готово, девочки, увидите. Когда лука не будет, лук весь растворится, тогда это будет готово. Все, на троечку я ставлю. И все. И закрываю крышечкой. И пусть тушится. Но смотрите, чтобы не пригорело, девочки, у вас. Потому что вы же это, мука сейчас будет набухать. Чем больше лука, тем вкуснее, девчонки. Долью еще немножко. И все. На 3 часа. Так, время 4 часа. Как раз до 7 часов нормально будет. Все, любименькие. Девочки, так, прошло 2,5 часа.
еще будет мясо стоять, но уже Левочка пришел, пробу снял. Видите, уже какое оно мягкое. Так что все хорошо. Девочки, ну все, ребра готовы. Все, сейчас попробуем, посмотрим. Все, мясо отходит. Мясо шикардосик. Все, видите, свободно. Вилка свободна, во рту тает. Я люблю еще чернослив сюда бросать. Видите, лук, видите, растворился лук весь. Все, все, мясо вот. Мясо обалденное. Я потом еще бросила, достала, у меня были эти отбивные, бросила прямо сюда. Ну-ка попробуем. Я люблю с черносливом очень, но нету. Обалденное. Девочка, это нечто. Девочки, на праздничный стол вот такое мясо приготовить, если еще с черносливом. И к любому салату, девчонки, ничего не надо. Никаких кур не надо жарить, ничего. Это же нечто. Это нечто, девочки. Это подливка. Можно просто этим, как он называется, чиабаттой умотаться. Умакаться, макашечка, девочки. Это вкуснятина.